ребят. Он красавчик. Добро пожаловать, вы первые гости. Ура! Глеб, у тебя мужик. Бизнес замутил, не побоялся. Дом посмотри, какой отстроил. Короче, он смелый. А такие сейчас редкости. Не поняла? Так, все, совсем. Не слышишь, что тебе люди говорят? Хватит. Забирай, иди, уходи отсюда. Что ты вылупился на меня, чучело? Не вообще. Да ты кто такой? Чмо с Санной. Иди майку надень. Ты жену мою ударил? Хочешь, чтобы я перед бабой твоей извинился? Сейчас запомню, в драке думать вообще нельзя, это запрещено. Теперь не буду думать. Считаешь, я должен был ушатать того гандона, да? Глеб, ну а вот сам как ты думаешь? Ты хотя бы спросил, каково мне? Что ты сделаешь? Как в прошлый раз? Как ты вообще мог такое сожрать? Собирайся. На дачу поедем.